Всем привет! С вами Марина из Дины Мамы, и сегодня я расскажу вам про замечательный комбинезон для малышей марки Лесси. Артикул у них 710-676, представлена модель в трех цветах. В сером унисекс, серый с оранжевыми вставками. Такой яркий розовый. Модель производится в размерах до роста 92 сантиметра, то есть для детей где-то до 2 лет. И синий-голубой. Температурный режим носки мы рекомендуем от плюс 5 до минус 10 градусов носят все. Дальше, если будете при более низкой температуре носить, нужно будет хорошо пододеться, что-то из флиса или шерсти под низ одеть. Производитель у нас заявил от минус 10 до минус 30 градусов на этикетке. Это все-таки не соответствует действительности по нашему опыту. Теперь давайте рассмотрим комбинезон поподробнее. Капюшон с искусственным мехом, который пристегивается на пуговицы. При желании его можно отстегнуть. Застегивается на липучку. Сам капюшон отстегивается. Внутри подкладка из флиса, манжеты на резинке, внутри кромка из флиса, дальше подкладка гладкий полиэстер. Молния удлиненная, заходит на левую ножку, карман на липучке. Низ на резинке, внутри подкладка гладкий полиэстер, тканевые штрипки с усиленной вставкой, их можно отстегнуть или перестегнуть при желании. Молния крупная, удобная. Защита подбородка от защемления, мягкий флис на внутренней стороне воротника. Флис также по спинке. И вот чуть ниже попы заканчивается. Дальше идет подкладка гладкий полиэстер. На грудке гладкий полиэстер, в рукавах тоже гладкий полиэстер. Здесь можно написать имя ребенка, это чтобы повесить на крючок комбинезон. Здесь вроде все. Сзади капюшон отстегивающийся, рукав реглан, талия на резинке. Здесь материал повышенной прочности. И вот так выглядит. А, вот здесь светоотражающая полоска. Вот, пожалуй, все. Спасибо за внимание.